Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Поинт, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Какая-то кривая получилась. Бывает при запекании вот эти глюки. Ну, ладно. Это я пока скрою, чтобы не отвлекало. Так, и обсужу это с командой, почему так viewport показывает. А теперь мы потом все равно забейкаем, экспортируем, и никаких проблем не будет. А, в идеале, конечно, нужно сразу правильно скальп прессовать. А, тут просто скальп вот этот. Я понял. Смотрите. Если его object display. Все нормально. Маска, ну, поправить, конечно, этот момент. А for pole нужно перетянуть, во-первых, на scalp new. Чтобы он уже был привязан к нему. Сейчас я его покажу. Все окей. Так, пока я его скрою. Почему я не делаю... Там можно было перенести сплайны, но они не сохраняют группы. А как вы помните, у нас групп много. Поэтому уже будем делать так, как есть. А теперь я маску отредактирую. Для этого нужно выбрать Rendering, Texturing, 3D Paint Tool. И вот здесь вот закрыть пробелы, во-первых. Видимо, размытие бывает не работает, поэтому нужно зайти в Blur. Настроить, попробовать им размыть и потом просто в Paint. Снова. Вот, размываем эту границу. Здесь вы помните, что я хотел четкую ее делать. Вот. Такой вот разрез, он интересный, пусть будет. И есть еще момент. Вот. Вот это надо закрывать. Блин, оно что-то как-то странно работает. Без симметрии это рисовать нужно так. Все тогда хорошо рисуется. Все вот эти белые, где они видны, их надо зарисовывать, чтобы не было их видно. Потому что там будут расти волосы. То есть важно проверять маску, чтобы не было вот таких вот непонятных моментов. Вот таких вот. Все, в принципе, все. А, что за? Ну, такой вот у нас маска. Теперь нужно доработать гиды. Маску я сохраняю. И уже комментировать не буду. Я думаю, понятно и так будет.
Вот, я дорисовал гиды с помощью этого инструмента. Настройки вы видели. Можно вот так вот делать. Далее. Что мы делаем? О количестве гидов сейчас не заморачиваемся, потому что, ну, их всегда можно уменьшить, если для симуляции там. Я под Unreal делаю, поэтому я сильно не заморачиваюсь. Как вы помните. Теперь. В HairFromGuides нужно скопировать... 120 тысяч у нас было, да? Пишем 120 тысяч. Вот. А далее, что мы делаем? Смотрим. Нерест пусть будет. Потом, вот здесь partings нам нужно доработать. Ну, я его дорисую потом. Сейчас посмотрю, как получается все. В принципе, все, этот HairFromGuides можно удалить, а здесь написать один и включить его, посмотреть. Так. Ну, в принципе, как видите, получается достаточно хорошо. Есть моменты, вот, о которых я говорил, когда маска, она неправильно, ну, то есть... Там где-то белые точки, и это все растет. Мы можем не заморачиваться, можем потом это удалить. Так, что здесь? Нужно партинг нарисовать. Обязательно. Сейчас я с длиной проверю, как оно работает. Вот, почему-то есть момент, когда переносишь на другой скальп. Вот эти не обращаем, мы смуз сделаем. А почему-то вот длина испортилась. Я думаю, вы заметили. Почему? Не знаю. Вот с этим лэнгсом нужно 0 поставить. Потом я разберусь, что с этим делать. Вот уже сделал, исправил. Если что, там поправим некоторые моменты. Вот. Все работает, как видите, перенеслось. Вот это мы исправляем с мусом. То есть просто выделяем mesh, тройку нажимаем и все. И здесь ставим 3. Тогда все исправляется. Видимые границы вот эти, они тоже размываются. Просто нужно настраивать. Пусть будет 5, затем 4. Ну вот, видите, ее можно размыть. То есть аккуратно ее подразмываем пятерочкой. Здесь пусть будет 2. 2. Ну, в принципе, 2. Не, здесь 1. На рендере я еще посмотрю. Только вот сейчас партинг дорисую здесь. И все. И вот прекрасно перенесли. Если показать модельку мужика, то будет уже все отлично. Ну, то есть рост волос более правильный. Вот. Вот, смотрите, показываю, и уже правильно, более натурально, отлично все выглядит. Вот эти моменты я сейчас поправлю, попробую маску вытереть, если не попаду прям сильно, то скальп, понятно, скрываем, зачем он там нужен. Вот так вот, все. И у нас получается такая вот прическа. Естественно, над этой частью еще буду работать. Ну, вы уж помните, я прорабатывал эту часть. Вот. Переход можно еще проработать будет. Ну, давайте я сначала партинг дорисую. Правильно сделаю. Хотя он, в принципе, выглядит достаточно натурально. То есть, его не надо, мне кажется, редактировать. Но если мы прям хотим четкую линию, то есть здесь вот парикмахер выбривает, то нарисуем партинг. Вот. Я все-таки нарисую, потому что хочется выбрить. И в принципе достаточно хороший такой результат. На рендере еще надо смотреть, потому что viewport часто обманывает. Вот. Что дальше? Дальше, естественно, будем прорабатывать эту часть и после партинга. То есть я сейчас нарисую партинг маску новую.
Еще один момент, когда вы скрываете объект, ну вот скальп, да, будьте аккуратны, всегда его показывайте, когда собираетесь рисовать маску. Вот. Здесь я сделал вот что, я просто дублировал, чтобы исправить ту ошибку отображения, и клонировал. В итоге просто потом вот это переименую сейчас, чтобы не сбиваться. То есть будет все нормально работать. И теперь нарисую маску, наконец-то, для паркинга, чтобы не было проблем. Так, стоп. Не пойму я что-то. Сейчас разберусь. Так, я разобрался, в чем была проблема. Во-первых, я почистил все HyperShady ноды, которые не используются. То есть берем вот так Edit, Delete, Unused Nodes. То есть удаляются все ненужные ноды, это первое. Ну, чтобы там конфликтов не было. Второе, заходим в сам Lambert, то есть вот здесь вот, да. И в диффузе часто тут загружается текстура, я не знаю почему. Я сделал Break. То есть, когда, ну вот, break connection, вот здесь вот, и поставил единицу. Потом загрузил ту карту, которая у меня обычно здесь. И когда уже нажимаем Paint, все нормально работает. То есть, вот я могу рисовать, если сейчас выбрать белый цвет. Так что все окей. Поэтому делаю паркинг. И пойдем дальше.
Ну что, мне в принципе нравится, что получается. Вот эти моменты сейчас поправлю. И начну прорабатывать уже эту часть. Так, ну я думаю, вы понимаете, что это не финал. И еще будут моменты там просматривать на рендере. А меня сейчас смущает вот этот момент с гитами. Поправить его, ну вы видели, надо его поправить. Длину чуть настроить. Вот, и заняться этим моментом. А вот эти моменты, которые вылазят там на рендере, где они, вот, сейчас я включу. Вот эти всякие моменты, это маска уже, ее надо поправить. То есть, как я и говорил, там белые всякие. Вот, можно вот так вот проверять. Поэтому нужно просто выключить пока body, включить скальп. Где он там? На скальпе смотреть, где маска, то есть вот, допустим, да, и сразу в HairFromGuides это править на маске. Блин, что за... Сейчас. А, надо назначить Lambert. Вот почему ошибка. Сейчас, я вот это все выключу, чтобы не мешало. Просто HairFromGuides буду включать периодически и смотреть, где вот эти моменты надо править. То есть беру вот так вот. Блин, опять ошибка. Сейчас, надо назначить Lambert, я же сказал. Чё ж так. Вот Lambert. Смотрите, здесь надо просто маску проверить. Вот эти полигоны. Вот, сейчас мы их... Можно, в принципе, поставить 0, чтобы не выключать и видеть, где рисовать. 0,1. Так, 0,5. Отлично. Так можно смотреть, не будет тормозить, и просто рисовать по маске. А вот здесь вот нужно взять четкий черный цвет. Это как раз почему я говорил, что важно выключать Stylus Preshow и выбирать четкую маску, чтобы вот это вот дело без рефлекшена зарисовывать. Вот видите, уже лучше. Есть. А теперь смотрим, где тут еще. Вот. Пиксели вот эти маленькие, они могут здесь быть, поэтому это все можно было удалить в Edit Guides, но я просто по 100 раз, чтобы не править, маску доработаю и все. Отлично. Вот, ну, вроде все. Есть там моменты, да, вот еще момент. Есть, убрали. Убрали. Вот эти еще моменты. Тут, блин, в пиксели влезло оно. Короче, потом удалю. Зачем это с маской возиться? Так, а здесь вот мы видим как раз нюанс. Все-таки HairFromGuides сейчас выключу. И маску доработаю. Посмотрим реф еще. Смотрите, вот здесь четкая граница. Вот, поэтому я хочу ее также четко сделать. Слегка можно ее чуть-чуть размыть, слегка. То есть маску берем, редактируем. И слегка прорабатываем. Ой-ой-ой.
слегка подрихтуем ее. Она не такая ровная. Не так, конечно. Сейчас. Можно... Вот, и здесь все-таки... Нарисовать. Вытереть вот так. И в самом туле блюр сделать еще меньше. И шифтом аккуратно вот так вот размыть ее. Аккуратно. Вот. Ну, я думаю, будет нормально.